Вот в чем вопрос. Помни о минах. Сапер ошибается дважды. Каких минах? О каких минах? О каких минах? Какие нахрен мины? Не было тут никаких мин! Какие мины? Ух, твою мать! А как? Как какать? А вот. До этого я пысалась играть. А небо так и должно выглядеть? Это что было? Это что было? Мы в симуляции. О, нет. Весь мир картонный. Мы живем в симуляции. Вот возле этих чуваков, вот таких вот зомби, почему-то светлее становится. Может быть, они улыбаются? А мы, как знаем, от улыбки хмурый день светлей. Мест только нету, вот держи, дешевле будет тебя пристрелить. Смотри! И я такая, бинокль достаю, а он мне такой, в бинокль. Не, на самом деле... Ныкайся, ныкайся, пацаны! Ну, доставай водяру, помянем жмуров свеженьких. Ребят, помянем жмуров свеженьких. Блин, офигенная волына. Мне надо все-таки к сахару. Я ж не поняла, что произошло. Че я там говорила? Что-то про перевес. А, к сахару надо сходить. Ой. А ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко куснула по-дружески за попу. Ну что тут такого? Сейчас мы сходим. Удачи тебе, сталкер. Бедняга! Я нормально. Братишка! Братишка, что на полу-то? Ну тут матрасы есть, ну. Вон там кровати стоят, братишка. Смотри, смотри, вот матрасы, кровати. Чё ж ты на голом полу-то? Бедолага. Пойдемте, наверное, к механику сначала зайдем. Блин, на самом деле надо ружье отдать, получается, в баре. Ну рассказывай, я весь внимание. Мишка-сказочник, вы видели его бинокль? Я думала, он еще раз его достанет. Отошла, чтобы сама на него в бинокль посмотреть. Он просто вот так сделал. Вот тут чуваки какие-то. О, вот они сидят. Смотрите, как челово. Бля, какой чел. На прежнем месте. Вот так вот хватало. Вы посмотрите на его лицо. Брутален, идеален. Хорошая, скоро просто будет. К челу подошла, он, оказывается, мне что-то должен. Чё за кудесник, я уж не помню. Такую первый раз вижу. О, челы, вы серьезно? Настолько слабенькие? Держи. Такой экшон, блин. И по итогу все обосралось в этом мире. А вы как думали в моды играть? А вот так, да, вот так. Чел, что там с собаками делает? Вы видели вообще? Я не ту кнопку пожму. Он с кулака их бьет? Что он делает? Он реально с кулака бьет собаку. Мне как-то Душманский говорил. Такой говорит... Говорит такой. Говорит, у тебя мутанты ни разу не спавнились в баре. Я говорю, да нет. Он говорит, прикол. Надеюсь, там меч исчистен в этом сундуке, не меньше.
тень такая. Оп. Але, оп. Але, оп. Ни хрена тут. Как-то нифигово. Убьют меня. Я оружие убрала. Что за дерево, как отсюда выйти? А, присосался. А, сосуха. А, или как они их там называли? Сосед? Да как они их называли? Сосок? Пососуха? Как они их называли? Я опять убрала оружие, по-моему. А, твою мать. Значит, я на тачпад случайно нажала. И чуть не умерла. Пальцем большим задела. Ну, в принципе, у меня Новиков тоже тут. Тут же тоже есть. Я думаю, ты по мне уже заметил, что я даже... Это кто нахрен? Это кто был? Это что за хоббиты были? Я первый раз вижу. Это у меня глюки начались в игре? Это что было? Пандычи. Что за гномы? Я не знаю. Стрёмно. Что за хрень, лепреконы? Так, эти твари живые? Это не твари, это бочки. Они не живые. Вы не поверите. Лезу в жопе панды. Твою мать! Чёрт! У меня попали! А, да? Чёрт! Твою мать! Получай гранату! Черт! Я ранен! Черт! Мы в него попали. По-моему, он бронебойный. 7. Кабан еще ворвался. А кабан-то тут откуда? Кабан-то тут откуда? Я в укрытии, я понять не могу. Я, кажется, не в укрытии, меня сейчас убьет, да? Я не буду сейвиться. Так, погодите. А, да, я не в укрытии. Так, погодите. Погодите, я думала, тут укрыться можно. А почему это не щитово? Почему это не щитово за укрытие? Понимаю. О, вон она. Чешется. Чухается. Вон она, смотрите, лапкой, лапкой чешет. Пошла. Стрельнуть ей в анус. F5. О, кстати, там написано тяжело в учении, по-моему, легко в бою, да? Надо посмотреть, кстати. Нельзя с ними по-хорошему. Ни с армией, ни с долгом. Не хотят они по-хорошему. Я тут такое шоу пропускаю, оказывается. Чел в механике застрял. Дергается 10 часов. А я стою в окошко, смотрю, как дура. Хоть бы товар. Эдик Бублик. Растут, не растет. Так ведь засада. То без шишек, то кошки. Винт и Бублик встретились. Винт и Бублик. И один пытался войти в другого. В общем, выкладывай. Но было тяжело. Извините. За каламбуры. Меня смущает, что он красный. Типа, если я сюда в следующий раз приду, не кинется ли он на меня. Вы посмотрите на эту рожу просто. Вы просто посмотрите на эту рожу. Это же жесть вообще. Это в страшных снах будет мне сниться.
Полтергейсты и гномы сосут жопу просто в этом всем. А, я видела. Опа. А все, крыса тютю съела. Как? Наоборот. Тютя крысу съела. Кого? Не, ну я их нормально так пачечкой. И все. Видали? Как умею. Ну вот так. Да. Так-то это вообще на Зове Припяти сделано, а это мюканье, оно из теней Чернобыля, если что. Держу в курсе. Какие-то каналы хитрые. И что, отсюда теперь уже вылезти нельзя? Погодите! Так, погодите, нет, я так не играю. Значит, ловушка Джокера. Понимаю. Какого хрена? Я поворачиваю голову просто. И тут он такой. Дратите! А я такая...